Здравствуйте, здравствуйте. Обратите внимание на этого замечательного человека. Обратите внимание на эту прекрасную улыбку. Прекрасная улыбка. Обратите внимание на эти движения. Красивые движения. Танец, танец. Обратите внимание на эти прекрасные прыжки, которые он умеет делать. Специально для вас он подготовился. Дело в том, что это самый близкий раб. Так, поклон, пока я здесь закончу разговаривать. Поэтому, друзья, перейдем сразу к миниатюрам. Поклон, конечно. Поклон. Еще поклон. Люди просят, раб. Ну что ж, миниатюр, хватит. Подготовься к миниатюре. Миниатюра называется «Случай в школе». Аплодисменты вообще не слышно. Здравствуйте, господа трудовики. Дело в том, что я получил приказ о сокращении, и я даже не знаю, как мне быть в этой ситуации. В общем, из вас должен остаться только один. Нет! Георгий Петрович, я помоложе буду. Вы тут давно. Уйду я. Оставайтесь вы. Нет уж! Кувалдин Григорий Иванович, у вас красный диплом по русской литературе, у вас золотая медаль по потолку и по всем остальным предметам. Уйду я. Да что мой диплом по потолку, молотку, не важно, с душой вашей-то человеческой, да таких как вы поискать надо. Да у вас же четверо детей. Пятеро. Ой, пятеро, простите, вот почему вы останетесь, а я уйду. Ну, в общем, вы тут сами решите, а потом уже мне сообщите, ладно, а то как-то... Ты! Валяться, ба! Я тут родился! Я тут всех знаю, понимаешь? Мне табуретки, эти все как дочери мои! Да я тут на столбке, как брат не родной! Я тут перенюхался, ты! Вали отсюда, ба! Петрович, ты чё? Да ты посмотри, какой ты старый! Да у тебя вон левую бровь уже моль сожрала, мама! Любимая! Да я пизану! Тихо! Вот так всегда, ты что так сразу ударю, да? Вон директора нам просто недели избил! Ну и что? Вот так, сыну, оплеуха не может дать, а? Ничего себе оплеуха! Да ты ему два ребра сломал! Правильно? Эспадю у меня тоже ребра сломаны! Ребра сломаны! А? Так, Петрович! Да у тебя в классе детей одноруких больше, чем одноногих! Клевета! Клевета! У меня одноруких меньше, чем одноглазых! Так, пойми, Петрович, я тут остаюсь, да у меня тут детки учатся! Да у меня тут жена в этой школе учится! Да ты пойми! Да мне нехуй-то идти! А ты не уходи, ты таблеток выпей и умри тут! Да! Как тогда, да? От головы мне колеса! Тогда я 4 дня дерево! 4 дня дерево! Что 4 дня дерево? 4 дня дерево! Наркоман! Здесь еще таблетки! А нет больше таблеток! Это ты вообще старый хрый, да ты с ума сошел! Джентльмены, я прошу прощения, произошла катастрофическая ошибка. Мы увольняем поварих, вы оба остаетесь.